Всем привет, дорогие друзья, и с вами ДНХ. Сегодня будем играть в My Fishing World, и вновь мы находимся с вами на долине ветров. Не буду вам говорить погоду и все это прочее, потому что уже на прошлой серии говорил это. Так, ну и сегодня мы будем с вами ловить серебристую сайду. Она также берет где и нерка, на 3 метрах, далеко швырять не нужно, и она достигает у нас 17 килограммов 200. Выбираем удочки более под нее. Давайте возьмем вот. Ну, у нас подходящая только 18700. Давайте вот эту вот возьмем, чтобы не кипишоваться, а так под двадцаточку нужно что-то брать. Катушечки тем более у меня, по-моему, нет. У меня на 4 на свете хватает. Так что возьмем на 170. Лесочку. Ну, леску можно на 24 брать, наверное. Потому что больше другой подходящей нету. Наверное, на 24. Ну, можно на 19 брать. Мы же с вами возьмем более максимальную для нас, потому что... Ну, давайте удочку, кстати, максимально возьмем, чтобы была сборка более подходящая. Так, с крючок, ребятки, по крючку выбираем сейчас. Выбираем, наверное, на 12 вот такой вот, наверное, крючок. Ну, можно любого совершенно выбрать. Ну, мы выбираем первый, 6,1. Ну, и так же поплавок по наживке выбираем. Так, с этим не подходит. Это тоже не подходит. Вот эти вот подходят. Вот они. Так, ну, выбираем вот эти, наверное, желтенькие. Желтенькие выбираем. Крючок уже посмотрели. Ну и по наживке у нас креветочка, ребятки, идет. Креветочка у нас идет по наживке. Тут очень много рыбы различные берет. И именно наша нужная нам рыба, серебристая сайда, конечно же, клюет. Закидываем на 3 метра и ждем поклевочку. Так, есть поклевочка, ребятки. Ну и, естественно, серебристый сайда попадается, хищная рыба, да, может быть, трофеем, да. 17 килограммов, 200 грамм достигает она. Стоимость у нее, я могу вам так сказать, довольно-таки приличная. Она подходит даже, в принципе, для фарма, если поймать трофей, ну так вообще... Плюс еще и опыта, вы посмотрите, сколько она очень дает много. Давайте закинем второй разок. Ну, опыта реально, ребятки, она очень много дает. Фармится прям вот хорошо. Эх, опоздал. Или точнее, быстро дернул. Ничего страшного, подождем еще поклевочку. Так, есть поклевка. Оп, есть, подсекли. Так, ну, естественно, опять-таки, это рыбка. Это серебристая сайда. 13 килограммов, 331 грамм. Ну, видите сами, сколько она опыта дает. 116 опыта, и это, если представлять, мы трофейную бы поймали, она бы нам дала бы, наверное, все 250 опыта. Ну, если я не ошибаюсь. Ну, так где-то. Ну, и, в принципе, ребятки, все. Подписывайтесь на канал, я вам показал, как поймать серебристую сайду. Ну все, в принципе, ребятки, подписывайтесь также на мою группу ВК, ставьте лайки. Всем пока-пока.